Вот мне очень часто задавали ранее по национальному вопросу. И здесь я слышу, написали уйгуры с вами, Мухтар Кабулович. Я уже озвучил позицию. Мы строим государство многонациональное. Все национальности в Казахстане, они все равны перед законом будут. Никого не будет ущемлять ни по национальному признаку, ни по вероисповеданию. Потому что ты католик или мусульман и так далее. Наша страна огромная, мы построим единую нацию, дружную семью построим. Никого не будем преследовать. Богатств в нашей стране много. Мы должны стать ведущей страной, не в Центральной Азии. Число войти в ведущих стран мира, потому что мы по природным ресурсам в числе богатейших. Арабские страны от нас далеко стоят по запасам природным. Далеко. У них кроме нефти, песка и моря ничего нет. А они сейчас в силе лидеров. Это позор для нашей страны. Наша страна не умирает с голоду только потому, что богатств очень много. Поэтому всем места хватит. Мы все братья. Мы построим крутую страну. Делиться не будем. Понимаете, эта власть всегда делит. Она таким образом удерживается. То начинает по национальному вопросу, то по языку, то глаз у тебя не такой, то ты шапрашты. То ты западный, то ты южный. Мы все живем в Казахстане, построим сильную страну. Никто не переживайте, все будет нормально. Всем места хватит, все вопросы будем решать. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.